Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в Казани под руководством Владимира Путина. На обсуждение были вынесены вопросы развития отечественного хоккея, проведения чемпионата мира по хоккею в Москве в 2016 году и подготовки национальной сборной к зимним Олимпийским играм 2018 года в Республике Корея. Апреля, в день, когда по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка», в актовом зале детской школы искусств прошел концерт для ветеранов, подготовленный творческими коллективами муниципалитета и воспитанниками детской школы искусств города Видное. В числе приглашенных участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Этот концерт открывает в муниципалитете череду праздничных мероприятий, приуроченных к 71-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. 23 апреля в Ленинском районе прошел субботник. Любой желающий смог внести посильный вклад в благоустройство дворов, скверов и парков на территории своего населенного пункта. Активное участие в субботнике приняли глава района Олег Хромов и руководители администрации муниципалитета, сотрудники районных предприятий, организаций и учреждений, жители. Всего свыше 14 тысяч человек. Приведены в порядок придомовые территории, парки и скверы, детские игровые площадки, зоны отдыха, собрано более 2000 тонн мусора. Апреля в детской школе искусств города Видное состоится семинар-встреча главы Ленинского муниципального района Олега Хромова с жителями. Тема семинара – меры социальной поддержки граждан. Начало 18 часов.